Здравствуйте, уважаемые телезрители. И вы вновь на игре «Думай, знай, познавай» Супер Блиц. 5 вопросов, как всегда, готовы. И мы вышли для того, чтобы эти 5 вопросов задать. Ну что нам для этого мешает? Правильно, ничего, пойдем зададим. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Евгения. Евгений, очень приятно, меня Кирилл зовут. Евгений, итак, я задам вам всего лишь 5 коротких вопросов. Ну и надеюсь, вы дадите мне 5 правильных ответов. На скольких планетах Солнечной системы, помимо Меркурия, Венеры и Земли, температура воздуха периодически поднимается выше 0 градусов по Цельсию? Ну вот у нас вот первые 3 планеты идут у нас. Меркурий, потом Венера, потом Земля. И вот еще есть одна, а может быть несколько планет, на которых тоже поднимается температура выше 0 градусов по Цельсию. Как вы думаете, сколько таких планет? Я думаю, что 3. 3. То есть у нас идет Марс, Юпитер и Сатурн, да? На них, на всех трех у них поднимается температура. Периодически, может быть, она бывает выше нуля в каких-то условиях. А может быть, меньше? Ну, может быть, одна. Только на Марсе? Да, на Марсе. А насколько уверена? На сколько баллов я уверена? На 3 балла. На 3 балла. Действительно, это Марс. На Марсе поднимается температура периодически до 18 градусов по Цельсию. В каком городе мира находится знаменитая улица Уолл-стрит? Нью-Йорк. Нью-Йорк? Я думаю, как вы думаете? А может, Вашингтон? Да нет, вроде Нью-Йорк. А может, Лондон? Нет, точно не Лондон. Точно не Лондон? Нет. Нью-Йорк? Да, думаю, что Нью-Йорк. Нью-Йорк. Это правильно, это Нью-Йорк. Существует понятие левобережная и правобережная Украина. А что за река разделяет эти регионы? Я даже не знаю название рек из тех рек. Ну вот, левобережная и правобережная. Центральная, если разделяет. Центральная. Нет, у этой реки есть название. Подскажите что-то, от какого слова образовано? На «Д» начинается. Днепр. Как вариант? Ну, пусть будет. А на сколько уверены? На 1 балл. На 1. Это Днепр. Королева Англии Елизавета II говорила: «Я пересмотрела много вариантов этого фильма, но русский мне понравился больше всего». О каком фильме идет речь? Это Шерлок Холмс. Шерлок Холмс. Уверены? Да. А на сколько? На 5 баллов. На 5. Это действительно фильм про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Как зовут мальчика, который, несмотря на сильный мороз, везет хворост в стихотворении Николая Некрасова «Однажды в студенную зимнюю пору»? Сейчас я попробую вспомнить. Не помню, следующий. Однажды. В студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Смотрю, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворост овоз. Во! А дальше я не помню. Во! В лесу раздавались что-то там, да. Удары. Топор дровосека. Да, топор дровосека. Что было имя этого мальчика, даже не помню. Что-то там сам снаготок, что-то такое, да? Автор спрашивает, как звать тебя? Совсем не помню. Не помните? Что-то, давайте я что-нибудь скажу, допустим. Даже не знаю. Не знаю, Митя, допустим, я не знаю. Как звать тебя Митя, да? Может быть. Правильный ответ, как звать тебя Власом? Власом. Власом. Ну что ж, в любом случае, спасибо вам огромное. Извините, это, конечно, 20 баллов не набрали, но у нас есть подарок. У нас есть друзья, с которыми мы сотрудничаем. И вот наши друзья, клиника красоты, дарит вам такой сертификат на 1000 рублей, чтобы оставаться всегда красивой, молодой и прекрасной. Спасибо. Спасибо вам огромное. Удачи вам.
Спасибо. До свидания. Смотрите нас на телеканале Видное ТВ. Игра «Думай, знай, познавай», Суперблиц. Спасибо.